Иван Иванович летал в космос два раза. Первый в августе 1969-го на автоматической станции «Зонд-7» облетел вокруг Луны. Во второй – в октябре 1970-го на спутнике «Космос-368». Целью полета стало изучение воздействия ионизирующего излучения на человека в космическом пространстве. До того, как прилететь в Самару, Иван Иванович гостил в Лондонском музее науки. Наш чудесный фантон-манекен Иван Иванович, который сегодня представлен здесь, это специальный манекен для проверки с множеством датчиков, для проверки состояния сохранности человеческого тела в космосе и самочувствия человека в космосе. Новая выставка в музее «Самара космическая» получила название «Космос и бессмертие». Идея экспозиции – показать, как человек может приблизиться к бесконечности или к вечной жизни. Полеты к далеким планетам, которые уже сейчас не такие фантастические, как это было раньше, они требуют перейти за границы наших физических возможностей, нашего физического тела. А для того, чтобы освоить космос, нужно быть работоспособным, как минимум. И поэтому эта тема, она идет в ногу и в космос, и бессмертие, и друг друга дополняет. На выставке представлены макеты спутников, кораблей, лунохода и экзоскелета. Один из самых масштабных – макет космического поселения на Луне. Его в 2014 году сделал самарский дизайнер Антон Раков. Сначала работы отправились на выставку в Москву, затем в Политехнический музей и сейчас вернулись на родину. Особый интерес у посетителей вызывает макет Антона, который показывает 4 стадии формирования условий для проживания на Марсе. У нас на самом деле есть целая концепция, которая носит рабочее название, там концепция обитаемого космоса. То есть это такая исследовательская работа большая, значит, посвященная, во-первых, космосу, а во-вторых, сопутствующим проектам. Мы строим вот как раз футуристические прогнозы на основе уже существующего опыта. Выставка откроется 10 мая. Жители города смогут увидеть интересную экспозицию на космическую тематику. В будущем все экспонаты будут отданы в планетарий, который построят рядом. Ольга Павлова, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.